чтобы снять все эти стрессы, все эти негативные впечатления, которыми насыщена наша жизнь, она очень медленно и настойчиво насыщается тревогой, беспокойством, страхами. В сегодняшнее время такое, что беспокойство усиливается, углубляется мысли. То, что не усилилось, но глубина беспокойства достигает болезненного состояния. Это депрессия, это обиженные люди глубоко. Я немножко думал об этом, об этой категории людей, обиженные люди. Есть такая поговорка русская, что на обиженных людей возят воду. То есть какие-то нужны меры предпринимать, чтобы освободиться от обиды. И когда я обратил внимание на преступный мир, то это оказались все обиженные люди. Да, они озлобляются, эти люди против закона, они перестают уважать иерархию, Бога, старших, закон. Почему? Обида. Видно, что-то услышали о себе или были обмануты жизнью. То есть они как бы жертвы, их можно понять и даже сочувствовать. Но вот они не справились в жизни с этим чувством обиды. И вот теперь, как жить дальше? С обидой очень трудно достигать желаемого, потому что везде от нас ожидают позитива, кто встречается с нами. Какой-то радости, с нами должно быть интересно людям. Даже счастья мы ожидаем друг от друга при встрече. Особенно близкие люди, когда мы создаем семью, воспитываем детей. Мы ожидаем именно это, что будет позитив, будет счастье, будет творчество, будет вдохновение, жить. А сталкиваемся, что мы обиженные люди. И мать обижена на отца, я помню. И отец тоже был обижен на мать, и на свою мать. И я обижался на отца и на сестру. Если так смотреть, то немалое место занимает этот стресс. И вот надо понять, что же это за явление такое? Вызывает вот эту депрессию, это чувство несовершенства, вины друг друга. Мы обращаемся к ведам. И, конечно, этот момент очень хорошо разобран в ведической литературе. И философски, и нравственно, и с религиозной точки зрения, с любой социальной точки зрения. Что же такое человек? Почему так тонко устроен? Почему так больно ему бывает в сердце? Почему так хрупкий человек? Не знаю. Любовь и столько сейчас разбитых жизней, столько обманутых надежд людей. А там говорится, это одна сторона внешняя. А есть этот мир, он такой, он суровый. Знаете, материальная природа – это как закон. Вот он не прощает. Даже я наивно ошибся, немерено. А учитаю возмездие. Вот я просто ребенок. Вот я помню, я просто ребенок, я играю на что-то. Беру спички, зажигаю, бросаю спички, очень интересно. А дом сгорает, суровые законы, как невинный ребенок. А природа вот так устроена. И по отношению к детям, по отношению к взрослым людям. Вот есть ошибка, есть реакция, что делать с этим? А я же не знал. Или как моя бабушка говорила, а кто же знал? Мне было 1,5 класса образования. И когда что-то случалось, ну, какое-то несчастье в семье, какой-то стресс очередной. Она всегда это говорила, она говорила в сердцах, и можно было понять, а кто же знал, мы же хотели как лучше, кто же знал? Вот это я очень хорошо помню, вот эту эмоцию, кто же знал, мы же не желали этого, но вот так получилось как-то. Случайно? Нет, не случайно, закон. Закон суров. Я помню, Советский Союз развалился. Ой, сколько было обиженных людей на партию, все на свете, на жизни. Знаете, сколько постановили? Миллионы, миллионы, миллионы людей. Это трагедия этого общества. Не будем вдаваться в ту глубокую трагедию, но в то время было странное, тяжелое время. Можно было прямо на телевидении увидеть рекламу киллеров. Человек в маске, телефон, кому нужно заказное убийство. Пожалуйста, официально замечайте телефон. По телевидению. Да, вот, 90-е годы. Бывший Советский Союз. И какая-то телеведущая в сердцах, там все это обсуждается, скандалы, и кругом обсуждается каким-то партийным человеком, до чего же нас партия довела, обманула и прочее, как КПСС, вот так все разрушили страну.
И вот вы же ответственны были, вы тоже вот этот партийец, один из важных ответственных людей, вот вас в ответ уже призывают перед народом, скажете что? Он просто к стенке поставили перед телекамерами. И он сказал фразу моей бабушки: а кто ж сдал? Он сказал. Потрясающе. Полтора класса образования моей бабушки. И он ее повторил. Человек на высоком уровне должностно и прочее. А вот мы чего-то не знаем. И именно вот эти суровые законы напоминают нам, что мы чего-то не знаем, что мы должны больше узнать о себе, об этом мире, о его устройстве, о жизни, о ее смысле. Потому что силу человеку дает пережить все эти стрессы, все эти боли, все эти преграды. Высший смысл, высшая цель. Это устремление духа, говорится. Могущество внутри человека. Он умеет прощать человека, умеет любить. Он не отвечает зло на зло. Смотрите, он терпелив. Это говорится о великих людях. И самый главный порог для человека, описывается в этом, это жадность. Если встречаете жадного мужчину, он не причисляется к цивилизованному разряду людей, соответственно, с личной культурой. Невозможно стать сильным и великим человеком, имея этот порог жадность. Жадность никогда не удаляется. Гнев можно удалить. Покричать, сломать что-то и успокоиться, расслабиться. Можно вожделение утолить, да. Найти объект вожделения, в конце концов, свои чувства выразить, и тоже какое-то успокоение будет временно. Можно голодному поесть, а вот жадный ничего не будет никогда. И что самое удивительное, что когда человек развивает эту жадность, желание накопительства, он не может жить в мире ни с собой, ни с другими. А что это такое? Называется самомнение, называется. Внутри меня, кто я? Вы видели, что люди состоятельные, они по-другому себя понимают, чувствуют и ведут. Они более чувствительны к критике. Ну вот, представьте себе, как. Если мы поедем в какие-то районы Индии, как часто бывают, и вот из цивилизованного места, так сказать, у нас сотовые телефоны, вот эти красивые машины, там, или условные дома, или привыкаем к этому постепенно, к этой европейской жизни. Мы попадаем на 2-3 века назад. Такие деревенские простые условия. Где-то арба какая-то деревянная, там, вербу тянет или лошадь. Там вот люди, погонщики сидят, там быков. Гонят куда-то коров пасут. Там тоже есть дороги, тоже есть какие-то правила. Они часто сталкиваются, эти арбы, знаете, друг с другом сшибаются просто. И они просто мирно разъезжаются. Ну вот две Тойоты. Тюк, и все. Это же невозможно. Стресс? Отношения другое. Чем выше комфорт, в котором мы живем, тем тоньше, тем болезненнее наше понимание жизни и себя. Вот это самомнение, говорят мудрецы, настолько тонко устроено, что когда оно разрушается кем-то, человек может умереть. В принципе, это причина самоубийства. Главное. Я думаю о себе так, а это не подтверждается ничего. И у меня серьезная проблема. Кто я? Один молодой человек однажды подошел ко мне после лекции, 21 год, протянул руку и сказал: я Бог. Ну, для меня это не новость, у меня есть опыт общения с богами. Не первый такой был взгляд. Есть такие люди, иногда у них что-то странное, иногда они, в принципе, адекватные, но вот как убеждение, это философия такая. Ну, Гитлер был близок к этой философии тоже. И вот этот молодой красивый человек жмет мне руку, смотрит в глаза и говорит: я Бог. И ждет от меня реакции. Ну, я обычно поздравляю просто. По опыту знаю, что тут нельзя спорить. Человеку будет очень больно, он возбуждается, он начинает быть агрессивным иногда. Я говорю: ну, поздравляю, ну, хорошо. Он был неудовлетворен таким ответом. Ты что, вы это никак не оцените? Я говорю: а вот все с этим согласны вокруг? Да, нет, кругом одни идиоты. Мы все глядим в Наполеона. Двуногих тварей миллионы, для нас орудие одно. Это Пушкин пишет. Евгения Онегина.
Эту цитату повторяет Достоевский в «Преступлении и наказании», описывая психологию этого убийцы. Он чувствует себя выше кого-то, он так себя понимает. А в итоге к нему приходит покаяние, раскаяние. Я не то, что о себе думал, кто же я? Вот я ношу мнение о себе. И в Пуране говорится, интересная иллюзия. Я говорю, я и они, и все остальные. Каждый так думает о том. На самом деле это неправда. Каждый такой же я. Полноценная личность. Он просто по-разному проявляется. Но я-то смотрю на его одежду, на его машину, на его образование, на его какие-то способности. И так я оцениваю. Или вообще никого не знаю, в принципе, для меня это толпа такая. То есть я обезличиваюсь. Становлюсь безличным, индивидуалистичным. Даже в семье, даже с близкими людьми, не все раскрываю. Есть у кого-то, у каждого свое двойное дно, своя какая-то тайна своей жизни. Но веды говорят, тайна должна быть. Обязательно, иначе никакой толк жить, только секрет. Эта тайна должна быть сокровенной, чистой, прекрасной, невообразимой, ее трудно выразить. Эта тайна дремлет в сердце, и мы живем для того, чтобы так или иначе как ее выразить, обрести способность. Это выразить красоту, эту музыку, это счастье. Ведь это там в сердце это есть. Я как человек, вот, с одной стороны, творческий, как художник, это могу тоже понять, потому что то, что я иногда вижу, какую-то красоту, я не знаю, как это выразить. Обычными красками, скажем, каким-то материалом. Это довольно сложная задача, оказывается. Настолько красивые вещи иногда можно сознавать, когда я включаюсь вот в сферу искусства, начинаю видеть эти красоты. Но вот как изобразить? Где-то язык найти? Вот мне говорят, что учитель, найди язык. У каждого есть свой язык. Попытайся познать себя. Что тебе мешает? Ты кому-то подражаешь, ты о ком-то думаешь, ты не можешь понять себя. Ты какое-то искусственное мнение о себе создаешь. А кто ты? Вот ты сам. Твоя искренность, твоя чистота, твоя любовь к природе, к Богу, где? Матери, где? Вот это выразило. Свое счастье. А все остальное нам сказал, это выпендрюшка. Это был такой художник. Ко мне сейчас приезжал недавно, буквально на днях мы виделись в Санкт-Петербурге, после долгой разлуки уже, кому же в годах, и когда уже учился, боже мой, уже прошло 30 лет, как я закончил там учебное заведение. А он гордится, что вот я продолжаю творчество. И что мы с ним вместе сотрудничали, он мне помогал, и я это ценю, и есть отношения. Есть удивительные отношения, которые хочется беречь и продолжать. Итак, эти стрессы, связанные с ложным «я», с ложным самомнением. Я не то, что о себе думаю. Поэтому первый вопрос, говорится, опознать себя адекватно. И обычно нас научили так думать, как вся современная наука, она говорит о будущем. Мы еще учили в школе, уже были проекты будущих городов на севере, под Хлопаками, с социальным климатом, как в Сочи, в Норильске будет так же, будут лучшие острова, то есть фантасты, они говорили, прогнозировали это будущее, планировали счастливую жизнь. И в будущем. Это как бы главный аргумент науки, что сегодня мы еще не все понимаем, но в будущем несомненно все это раскроем. Вот этой иллюзии нужно не избегать. Давайте попытаемся опираться на настоящий момент. Что в настоящем происходит? Вот это и будет оценка. Настоящее – это то будущее, о котором раньше говорили. И не достигли этого будущего. Что-то другое получилось, кто же знал, называется. Получилось как-то вот по-другому получилось. Представьте себе человека, который идет в гостиницу и говорит, а хочу снять богатый, очень дорогой номер. Там, например, гостиная, ванная, и столовая отдельная, и спальня. Я хочу там жить в течение многих лет, потому что я в будущем очень-очень богатый член миллиардер. И когда мне появятся деньги, я оплачу номер. Сдайте мне этот номер лет на 10. Согласятся? Но в будущем не знаем, кто вы, но сегодня-то вы можете как-то оплатить это? Сегодня не могу. Вот мы должны себя возвращать, как говорится. В Гите есть такой стих. «Куда бы ум, беспокойный по природе, неустойчиво, убегал,
Возвращай его обратно в настоящий момент к себе. Вот сейчас, кто ты, что ты умеешь. Мы приводим такой пример. Если человек упал в этом месте, он не может подняться в этом месте. Подняться нужно там, где мы упали. Не при помощи ума я что-то думаю о себе, а сам нахожусь в этом сложном положении. Если загляну в себе сердце и в ум, там больше негативного, чем позитивного. А нам нужно научиться познать себя с точки зрения любви. Даже думать о других Богах не должны. Вот это свершится. Это тоже что-то серьезное. Если хотя бы мы начнем это так, с близкими людьми таких отношений. Даже думать в мыслях плохо ни о ком не должно. Мы анализировали, исследовали, психологи тоже эту тему. Вот человек, и что же в нем преобладает? Плохое или хорошее? Выяснили, что хорошее преобладает в человеке. Преобладает в человеке. Практически важно. Есть стих из Бхагавад-гиты «Апичет Сутурачаро». Что это означает? Что люди даже духовного уклада, искренние, стремящиеся к святости, могут иногда совершать что-то очень дурное. Сутурачаро, санскрит, су, это означает очень-очень-очень. Дурачар. Ачар поведение, дура означает, ну, без перевода понятно. Что-то очень дурное совершает человек. Волей-неволей ошибается, или вот под влиянием каких-то обстоятельств, что-то дурное сделал этот человек. Но если он продолжает путь к совершенству, при этом, хотя ему может сопутствовать позор, потеря репутации, а он продолжает этот путь святости при этом, невзирая ни на что, Саду Эвасама считает его святым. Он остается святым. Почему? Он чист в сердце, когда рассказывает. Вот это покаяние делает чисто внутри, как бы перед жизнью, перед Богом. А перед людьми нужно быть грешником выглядеть, дурно поступающим иногда. А где говорится, что умей одинаково рассмотреть позор и славу, потерю, приобретение. Когда? Когда ты в сердце искренне, ты можешь быть таким независимым от этих вещей, потому что ты получаешь внутреннее признание, внутреннюю поддержку. Вот каждый бы хотел иметь такую внутреннюю силу, вот эту опору. Счастья не хватает, а мы обращаемся внутрь себя и находим там больше. Гораздо больше. И ни от кого ничего не ждем и не требуем. Нет, ты мне ничего не должен, никто ничего не должен. Я должен. У меня есть долг. Но мне здесь... 13 описан, мечината, ророписа, хишна, намани, намадай, накиртаниса, нагорит. И много интересных цитат. Это все именно об этом. Как эти стрессы снимать, каким же образом. Это могущественная мантра, что сейчас произнес. Если прочитать перевод, это ключ к успеху. Но вот воспользоваться этой мантрой очень трудно. Сейчас ее переведу. Простые вещи, но практиковать крайне трудно. Самое трудное, наверное, заключено вот в этой мантре, практика. 13 описывает, он говорит, стань смиренным, как трава на дороге. Это внутренняя сила. Солома на дороге, вы наступаете, и она не против. Наступили на траву, она согнулась, вы ушли, она снова выпрямилась. Не кричи, ты что, куда ты смотришь вообще? На пол не наступил. Почему я ответил? Стань, говорит, смирение травы стань. Стань терпеливее дерева, а дерево рубят там, что угодно с ним делают, не протестуют. Оно дает древесину, дает листву, дает плоды, дает тень, все отдает, всего себя отдает и не протестуют. Пожалуйста. Пример дерева, пример благочестия. Если мы будем жить подобно дереву, мы уже большого успеха достигнем в жизни, но это терпение нужно иметь, как у Кавасаки. И выражая почтение каждому живому существу, любому, старшему, младшему, не знаю, человеку, не человеку, даже растению любить, даже уважать любую форму жизни, научись этому. И не жди к себе никакого почтения, никакого ответа, не ожидай это совершенство жизни. Это такая сила. Вы преодолеете любые препятствия. Это внутреннее состояние. Что ж такое смирение? Смирение – это не отождествление себя с той или иной ситуацией. Потому что все стрессы, все отношения, друг, враг и все вот эти антагонизмы, они складываются в отношениях, с которыми себя отождествляют. Как только кто-то не понимает и не согласен со мной, я уже отождествляю. Это
этого человека с чем-то не очень приятно. А этот человек похвалил меня, я отрицаюсь, а потом меняется семья, отрицания меняются тоже. То друг, то враг, то друг, то враг. И страны также, то дружат, то воюют, то дружат, то воюют, то нейтральны, то такая холодная война, то другая война. Разные формы отрицания, они постоянно меняются, ведь это не существует как истина, непостоянное что-то, чувство так работает. Матрас, паша, стукам, то яши, тошно, сука, дуга, да. Это счастье, несчастье чередуются как времена года, зима и лето, чувство так работает. Потрогали, приятно, хорошо, неприятно, плохо, чувства говорят, а что разное? А разум остальное от чувств. Разум можно понять, это неплохо, нехорошо. Это просто закон. Вот тюрьма, это плохо или хорошо? Ну, ничего хорошего я не вижу в тюрьме. Ну и плохого тоже ничего тоже необходимо. Закон. Ведь она неплохая, нехорошая. Также этот мир неплохой, нехороший. Люди неплохие, нехорошие. Они обусловлены законами материальной природы и не могут жить по-другому. Никто. Веда говорится, что каждый действует как марионетка под влиянием гун материальной природы, судьба. Мы ничего не можем с этим сделать. Нам кажется, что мы независимы. Помните эту историю? Кстати, в Сочи она пришла, насколько помню. Жена мужа послала на рынок. Помните, была у нас такая? Был такой случай. Жена послала на рынок мужа. Значит, в Сочи все так. За овощами. Деньги давали ему там сумму. Пришел увидеть на прилавок там какие-то хорошие овощи, и хотел купить уже, деньги достал, и тут посмотрел на продавца. А там смерть стоит. Она посмотрела на мужчину и улыбнулась ему в глаза. Несчастный был, помертвел от ужаса. И просит за сумку деньги, и бегом домой, ведь жена, я тут ни секунды не остаюсь, я сухмя к брату уезжаю сейчас же просто. Я уехал тут же, и след простыл на машине, жена подумала, что случилось, какой стресс вообще получился. Пойду разберусь на рынок. Взяла скалку, пришла на рынок, вот сумка, вот деньги, вот прилавок. Оф ты! Смерть с ней. Она не смотрела на женщину, не улыбалась ей. Так это ты? Ты напугала моего мужа? Нет, простите, сказала смерть. Я никого не хотела пугать. Я просто почему удивилась, что он тут делает в Сочи, завтра я жду брата в Сухуми. Может, куда-то бежим, а куда он бежит? От неприятности куда? К приятному? А вы уверены? А кто же знал? Мы все к приятному идем, а вот кто же знал, это не наш путь, веды говорят. Это судьба. Это просто слепые законы судьбы. Если мы хотим превзойти судьбу, обойти ее невозможно, подняться над ней можно, нужно изменить представление о плохом и хорошем. Потому что те хорошие вещи, к которым мы стремимся, оказываются для нас нехороши в итоге. Мы не все знаем. Как так получается, что хорошие вещи портятся? Продукты портятся, характер портится, семья тоже может испортиться отношения. Вот любили, а теперь ненавидят друг друга, разводятся, судятся. Враги злейшие становятся по жизни. Как так получается? Портится. А ведь мы думали, это хорошо, кто ж знал? А мы в неведении. А все, тот же самый закон, от неприятного к приятному. Веды говорят, стремись к аскезе. Контролю чувств. Вот это истинный путь. Комфорт, говорят мудрецы, отвратителен. Там разлагается разум. Там присыщаются чувства. Там развивается раздражение и неудовлетворенность. Удивительная вещь. Аскеза омолаживает, освежает чувства. Остроту восприятия. Она дает силу и здоровье. И характер вырабатывает. Аскеза – это наше главное предназначение человека. Что касается женщин, им не нужно думать о себе. Их жизнь уже по природе вещей наполнена самыми большими трудностями и препятствиями. Самая трудная дхарма – это быть женщиной в небесной ведах. Труднее не придумаешь ничего. Очень сочувствую. Женщины с этим согласятся, потому что психология любой женщины думает именно так. Она согласится. Каждая женщина думает, я самая несчастная в мире. Вот такое у нее женское эго, такая у нее природа. Аскеза предназначается для мужчин, потому что естественная аскеза у женщины – быть матерью и женой. Все, этого достаточно. Ни один мужчина этого не выдержал. Рожать детей, потом иметь такую привязанность, и вот отдавать всю себя, потом всю жизнь этому. Только мать может преодолеть жена. Это очень это
святая роль вообще. Ну, конечно, сейчас время на время, не все женщины готовы к этой роли тоже. Многие могут отказываться, могут менять мужей, могут не брать ответственность за своих детей, могут так я вот вижу вас, так я выйду, сейчас смотрю, прикрепляю этот рампу. Мне же нужно зал тоже видеть. Я вот вижу хорошо первый ряд, и там тьма просто. Нет у меня восприятия, силы чувств не хватает, видите. Мы здесь есть. Вот. Иногда подавайте голос, пожалуйста. Я знал, не пустота. Стол можно вообще тут убрать, он тут не нужен. Кстати, можете убрать сейчас, если хотите. Что-то странное, что я хожу за столом, действительно. Барьер какой-то сделали. О чем мы говорим только что? Кто следит за лекцией? О женщине. О женщине, конечно. О чем ты еще говоришь? Сейчас вы увидите, что это не самое важное быть женщиной или мужчиной. Хотя нам приходится эту роль носить пожизненно. Аскеза предназначена для мужчины. Любая женщина это знает. Она заставляет мужчину работать. Он превращает в рабочего вола постепенно. Сначала любовь, а потом просто работа. Вот видите, вот мужчина прошел, не заметил, да, женщина бы заметила. Мужчина стол перенес, а детали уже для женщины. Мужчина может кирпич сделать, там стены построить, а уже все остальное детали, это уже там есть хозяин. Этим миром управляет женщина, она вдохновляет к действию мужчину, да. И когда у них есть совместная цель, высшая цель, это называется браком. Это также можно назвать, если там нет цели, какой-то высокой, это может быть сожительство, это может быть что-то еще. Может быть даже вообще не брак, по-разному сейчас есть отношения. Мы говорим о браке, цели. Почему? Что брак – это династия. Это родословное, где передаются в наследство ценности, высшие духовные, моральные ценности и материальные ценности, наследство и знания. Вот для этого создается вот это брак, назначение брака. На санскрите экономика, богатство, процветание называется одним словом артха. Артха означает то, что все благоприятно, скажем, здоровье, благополучие, хорошая пища, одежда, изобилие, богатство, красота. То есть вот артха называется одним словом арт. Мы хотим вот арт в экономику и благосостояние, благополучие, процветание. Артха. А нежелательная вещь называется анартха. Анартха – это пороки какие-то, недостатки. Вот мы говорили о жадности, тут анартха, например. Зависть – анартха. А доброта – артха. Вот на доброте строится процветание, на благотворительности строится процветание. А жадность – это анартха, и общество, где есть анартха, оно не успевающее. Экономика не может построиться, кризис наступает. Когда жадность достигает какой-то кульминации, определенно критической, называют это кризис. Как это нехватка средств, какая-то там девальвация, какие-то там вот опустошения у кого-то. Но артха имеет еще одно значение. Вот санскрит интересный. Интересно, почему он имеет разные значения, и все они как бы объясняют суть этого явления. Артха означает суть, смысл. Также. То есть вместе с тем, что мы передаем какое-то материальное наследство, мы еще передаем и суть, и смысл жизни. Зачем это наследство? Как его правильно тратить? Ведь благочестие человека и успех измеряется не количеством заработанных денег, а как он тратит деньги. Вот это показатель его чести. На что тратит деньги, не сколько имеет, а как расходует деньги. Вот это главный критерий. И здесь слово «артха» объясняет, это суть. Деньги – это суть материальной жизни. Как относитесь к деньгам, вот так к жизни и относитесь. Деньги – это тайна, мы их прячем. Не разглашаем эту тайну. Только близкие знают эту тайну. Но почему это тайна? Потому что деньги предназначены для развитие глубинных отношений божественных, вот этих таинственных, для духовного развития.
У животных нет таких стремлений понять, как духовное развитие. Хотя я скажу тебе, что я, если честно, только для Сочи. Это секретная информация. Что животные тоже могут духовно развиваться, но не сами по себе, а под влиянием человека. Когда-то так и было. Животные сотрудничали с человеком. Все. Домашние животные. Просто для того, чтобы ладить. Наслаждачувство. Не только для этого. Они еще приносят пользу. Кошка будет, мышей, допустим. Она это для человека делает. Если она любит человека, она это так служит. Собака служит человеку. То есть в любви отвлекаются живые существа. В Индии храм, я там не был, но была друг семьи нашей, она уже ушла из жизни несколько лет назад. И она рассказала о храме Солнца, он известный. Известный был для англичан также, этот храм был загадочный, мистический, потому что он поднимался в воздух, и вся эта махина где-то на 50 сантиметров на восходе Солнца каждый день. Парил какое-то время и снова опускался на свое место. Вот эту загадку англичане пытались раскрыть. Как же это? Что за устройство? Невероятно. И разобрали этот храм, фундамент, нашли там очень сложную систему магнитов. Все можно было объяснить, в принципе, физически они это отвезли даже в Лондон, все это изучили под номерами там скрупулезно. Затем они вернули обратно все на место, но храм больше не поднимается с тех пор. То есть что-то было незамечено, что-то не понятно. И кроме этого, храм Ивасвана называется, храм Солнца. И кроме этого, туда лестница ведет каменная к храму. И храм построен из каких-то огромных монолитов глыб. И он там многовековой, я не знаю, сколько ему там лет, когда не было таких технологий, чтобы поднять такой груз наверх. Это тоже вот загадка для современных ученых. Как же все-таки это строилось? Какие были конструкции? Как, что они сделали? И разные догадки, какие механизмы, может быть, что-то еще. И на этой лестнице, на перилах, были изображены каменные изваяния, какие-то странные мифических существ, какие-то странные животные, которые мы никогда не видели, ну, какая-то вот фантазия, кажется. И они спросили Пуджари этого храма. А Пуджари — это династия. Они потомственные все. Это от отца, от деда, от прадеда, вот это так происходит. Это не назначается государством. Это вот именно семья, брак для этого существа. Чтобы держать какую-то традицию, чтобы она не была утрачена, это семейные традиции. То есть религия — это семья, по сути дела. Это не храм, это не конфессия, это семейные традиции. Религия хранится там. Там все заповеди в семье именно хранятся. Люби, уважай старших, не завидуй, не прелюбодействуй, не кради. Это все семейные, обычные законы в нашей жизни. Вот они спрашивают Пуджари, который там вот служит, он родился там с отцом, и вот он там эту преемственность принял. Как этот храм устроился, можно нам сказать, как это история этого храма? Он говорит, да, вот эти животные помогали. Сейчас таких нет, вот они были полуразумные животные, которые понимали некоторые слова человека и вместе делали, поднимали эти вещи. Были живые существа. Я был сначала удивлен, а потом, когда я обратил больше внимания, как люди общаются с животными в Индии, я стал видеть это. Животные наделены большим разумом, оказывается. Если к ним правильно отнестись, если именно к их природе обратиться. А это потрясающие вещи. Бык понимает 6 команд. Они говорят налево, направо, назад, разворот, просто говорят. И он это делает, понимает команды. Слон понимает 22 команды. До сих пор многие строительные вещи делают при помощи слонов в Индии. Они делают даже групповую работу совместную, поднимают в общем из земли слоны какую-то вещь и ставят туда, куда нужно. Они имеют интеллект. Удивительная вещь. Мы совершенно не замечаем, что там такая же душа, такая же личность. Мы вообще забыли об этом. У нас нет всей энергии с природы, ни с животными, ни с растениями. В той же Индии один аюрведический доктор сказал, хочешь кое-что увидеть? Мы шли по дорожке, и там много пышных растений. И так тронься, пожалуйста, вот до этого растения. Ну что за подвох? Такая как веточка, как акация, такие листики, ну обычные, что? Я дотронулся, конечно. И это был для меня шок. Ни за что не догадаюсь, что получил. Кто-то может догадаться? Веточка сжалась. Я что-то не понимаю в жизни. Я просто в условии привык к чему-то. И тут вспоминаю историю из Махабхараты.
Я Седева, это автор Вед, мудрейший из мудрых, литературная инкарнация Бога называет его, что такой трактат не мог написать просто один человек, такой ряд все ученые. Это писалось в трансе, непрерывно, круглые сутки. Он не спал, не ел, только в трансе можно было такое создать. И в Ясадеве он, браман, он миротворец, духовное лицо, беспокоится о мире, процветании, любви, вот такие вещи интересуют миротворцев, святых людей. Они не хотят насилия, крови никогда. Они лучше простят, чем будут мстить. У них есть такая сила это делать, нетерпеливый, смиренный, почтительный. И не ответят зло на зло. Поэтому он пришел на поле битвы Курукшетра. Вы слышали об этом? Курукшетра. 5000 лет назад битва эта состоялась на Курукшетре. Страшно. 640 миллионов полегло там. Ну, такие цифры. 640 миллионов. За 18 дней используются различные виды оружия. Если ты бы пришел на поле битвы перед началом креста, он как бы был прародителем этого рода. Там были старейшие все, знаменитые личности, великие души там собрались. Но так получилось, сложилась политика, что войны было не миновать. Возненавидели два клана друг друга, политика, власть, зависть, все было и правильно, все смешалось, только война уже решала, что же правильно, что нет. И Ясадева обратился к ним и сказал, мы же одна семья. Вспомните. У нас один Бог, одна культура, и одно образование. Мы все связаны браками узы родства. Посмотрите, здесь братья, здесь дяди, здесь отцы, здесь. Сложите оружие, давайте договоримся мир. Мир к миру. Никто не слушает. Даже Ясадева. Мы сейчас читаем его книги, Веды. Ничего равного найти не можем. Потому что он пишет законы, их невозможно их обойти. То есть человек сознает жизнь, сознает все живое, сознает божественное, сознает вселенские законы. Как можно было не послушать Ясадеву, но нет, никто не послушал Ясадеву. Все были готовы убивать друг друга. Он шел расстроенный оттуда. И уходя, он увидел расстройство. Как паучок перебегает дорогу перед ним. Маленький паучок и так старается, несчастный, отчаянно, просто бежит, спотыкается, падает, отчаянно, снова поднимается, снова бежит. Куда ты так спешишь, спрашивается, да? Ну, человек такого уровня понимает язык живых существ. Как куда? Ты разве не знаешь? Сейчас начнется битва с минуты на минуту. И именно в этом месте должна прыгать боевая гребенница Арджуны. Тут живого места не останется. Столько еще живых существ просто погибнет. А он ее даже не заметит. Но я спасаю свою жизнь. Ха-ха! Если бы я рассмеялся горько, чуть не заплакал, но было смешно. Если ты погибнешь, дорогой, никто туда не заметит. Велика ли потеря? Он думал об этих великих личностях на Курукшетре, а тут какой-то паучок беспокоится. Да тут сейчас такой суд, такой творится. Какая ценность в твоей жизни, в твоем беспокойстве, подумается. Да? Этот паук так возмутился. Ах, ты надменный, гордый мудрец, он сказал, чтобы тебе известно, что как живое существо, я такой же, как и ты. У меня тоже есть свои чувства, своя семья, своя любовь. Я душа, я просто в теле паука. Ты забыл, ты же писал об этом сам, что все живые существа равны духовно. И Ясадева просил прощения этого паука, это мудрец, за то, что он забыл в этом стрессе. Как себя. Стресс означает эгоизм. Стресс – это страх. И страх, любой страх связан с потерей или смертью, конечно, это. Фрейд говорит, страх смерти объединяет все виды страхов. Но на самом деле страх, различные виды страхов существуют. Они суть из различных видов греха. В соответствии с этим видом страха есть определенный вид греха. У меня есть разные фобии, разные вещи люди боятся. Кто-то боится, это кто-то вообще не боится. И страх – это напоминание, интуитивное напоминание, что будет возмездие. Но представьте, вы задолжали какому-то человеку, вы будете бояться встречи с ним. Где он не боится, вздрогните, боже мой, здесь. Сейчас подъедется просить, где долг. Вы будете бояться. Если вы кому-то навредили, вы будете бояться, что месть придет. Тоже это страх, это закрепляется, это называется самскара, на санскрите. Мы с ней живем. С этим пятном, с этой тяжестью греха, дается страх. Как-то Фрида Булгакова, помните, она задушила ребенка платком собственного.
Но теперь уже после смерти, вот в этом тонком теле, на наказанном, и этот поток приносит каждое утро. Напоминаю. Оно бросало в камин, жгла, она его резала на куски, но бросала в окно. Но каждое утро снова тот же самый платок приносит Иолита. Она просто Маргарита, спаси меня. Эту память. Страсть не могу забыть. Так бывает, почему нельзя забыть такие вещи? Почему? Она, да, очистится от этих прошлых реакций. Сорвался чихам среди сонечным атаксом земляным Богом чат. Бхагавад-гита. Сверх душа, как совесть в сердце каждого существа. И от нее память, знание, забвение. И вот если мы обратимся не к материальной природе, она накажет. Как хоть на колени встать, она что накажет? Судья и судья. Не простит. А сверх душа прощает. Бог прощает, говорит народ. Если мы обращаемся к сверх душе в сердце, если мы перед собой становимся честными и каемся перед собой, признаем перед собой все честно, вот тогда Святая Душа говорит, больше не бойся. Машу чага достаточно изнутри, не бойся страха. Вот и все. Энтон Бойзен доказал это как психиатр, как психолог. Это начало прошлого века. Он исследовал где-то 500 пациентов. Исследовал и пришел к заключению, что все психические расстройства причину имеют одну. Это конфликт с собственной совестью, со сверхдушой, как мы скажем, в языком веды. Есть душа, есть сверхдуша, есть сознание, есть сверхсознание. Вот это сверхсознание. Мы не управляем этим сверхсознанием. Оно управляет при помощи памяти, знания, забвения. Случалось, что вдруг вы понимаете то, что раньше не понимали от сверхдуши, дар. Что-то хорошее сделали, чем-то восхитились, какое-то счастье выразили и вдруг осознали. Или кого-то полюбили чистым сердцем и вдруг стихи начали писать. Откуда это? Вдохновение вдруг приходит, и страх уходит. Если любовь это углубляется, все неблагоприятно устраняется. Я даже смерти не боюсь. Оказывается, я бесстрашный человек в этом состоянии, в удивительном состоянии любви ко всему живому. Но век Кали сложно говорить о любви, потому что ассоциируется именно с сексуальной деятельностью. Нынешнее представление любви. Великое заблуждение. Серьезная ошибка. Подлог. Ну, это культура Дадавеи, конечно же, как-то вот она распространяется. Это написано в Пуранах, в 12-й песне Бхагавата Пурана, что век Кали. Брак будет строиться исключительно на сексуальной основе. Не будет больше этих династий, традиций, не будет этой арки, сути передаваться, будет только материальные ценности и сексуальные деньги, секс, другие средства. Две ценности останутся. Это принесет много гибели и зла, говорится. Это век Кали, железный век. Неблагоприятный для счастья. Он благоприятный для борьбы, для конфликтов, для разбора, для войн. Но для счастья и гармонии он самый неблагоприятный век, в котором мы сегодня как раз живем, в начале, собственно, Кали. Но у нас есть шанс, но все это плохо. Потому что мудрецы, великие мудрецы благословляют века. Я вам сейчас расскажу одну историю. Я не знаю, откуда эта история. Может быть, из Махабхараты, может быть, из Пурана. Я не слышал на слух в Индии, в одном храме. Интересная история, мне очень нравится. Речь пойдет опять же о Пандавах. Юдхиштхира, старший брат Пандавов. Если вы знаете что-то о Махабхарате, то вы знаете персонажа. Кто не знает, скажу, что эти Пандавы, они великие души. Они, собственно, Махабхарата говорит об этих великих императорах, пятерых братьев, о Друпаде, их супруге. Она была супруга на пятерых братьев одна, была самая чистая, целомудренная женщина мира. Одна из семи самых великих женщин всей истории планеты считается Махабхарата. Друпада. И Юдхиштхира – это старший из братьев Пандавов, он император. Братья помогают ему. Самый сильный – Хемасяк. Самый сильный человек планеты был Бог. Самый сильный воин – Арджуна, друг Кришны. И еще был Наку и Сакадева, два близнеца. Вот пятеро братьев. И Юдхиштхира, как император, регулярно проводил встречи с людьми. Выслушал какие-то жалобы, проблемы, то есть приемные часы какие-то были. Был такой тронный зал. Юдхиштхира садился на этот трон и погружался в транс, чтобы быть беспристрастным,
решать проблемы быстро и справедливо. И в трансе ждал гостей в течение дня. А Пхимасена, как секретарь, принимал этих жалобщиков, и не пришел первый посетитель. Сказал: знаете, у меня есть вопрос к императору. А что у вас, скажите мне? Знаете, у меня огород. И забор, его оградил забором. Но вот что-то странное происходит с моим огородом. День ото дня забор уменьшает площадь моего огорода. Вы не знаете, что происходит уже? О, странно, не знаю, идите к этой четыре, открыл дверь, заходите в тронный зал. Человек вошел, и тишина. Минуты позже пришел другой гостей и сказал: мне нужен оператор, срочно. А у вас что? Это что-то странное. Так что же? Я разливаю воду, развожу воду. И вот, знаете, что странное показалось? Я разлил воду в 5 емкостей, в большой емкости, как обычно. Но тут что-то странное заметил, снова слил обратно и увидел, что в 2 раза меньше объем стало. Я разлил еще раз, теперь слил, почти ничего не осталось. Не знаю, что происходит. Что-то в природе меняется. Такого раньше не было. О, простите, я не знаю, что такое дети. Кто-то четыре, он мудрый в трансе. Запустил 2-го человека. Немного погодя, 3-й забегает. Возбужден, говорит: мне нужно срочно к императору. А вот что? Но еду вчера на слоне. Впереди большая стена с огромной дырой. Слон проходит, а хвост застревает. Вы не знаете, что происходит? Ну, простите, я не знаю, что за явление. Идите вы, где-то четыре. Что за день сумасшедший? Что на самом деле происходит? И еще пришел 4-й человек и сказал: я вообще пришел, я вот из другого города, в Хастинапур пришел, но вчера, когда я подходил к вашему городу, увидел нечто ужасное. Что это было, не знаю, это была просто одна безжизненная гора, ни травинки, ни растения. Страшный вид. Ведь все было покрыто, и лаврита, ваша земля называлась, каждые 5 земли давала что-то ценное для человека. Эта гора была безжизненная, груда песка и камней. Я испугался, заинтересовался. Подошел ближе и увидел так какую-то одну сухую камешку, торчалась из какого-то камешка. И дернула гора, и сейчас была. Вы не знаете, что это было? Может, какой-то фантом, может, какое-то предназначение? Ой, идите, идите туда. 2 часа прошло, никто не вышел. Тишина. Открываем дверь. И Юдхиштхира сидит в тронном зале, в медитации, никого нет. А где гости? Посетители. Кто? Никого не было, смотри, что ли? Как никого не было? Запустился 4 человека. Пхимана, подойди сюда. Ты правда говоришь? Кто это был? Что за явление? Рассказывай. Да вот пришли люди, они жаловались. Все были странные жалобы. Первый говорит, у него забор огород крадет. Другой разливает воду, а обратно ничего не получает. Третий на слоне. Вдруг проехал, а хвост у слона застрял. А, вот такие странные люди. И ты что за люди? Что за явление? И что за проблема? Ты можешь объяснить? Ты же мудрый. Я могу. И эти люди очень опасны, сказали. Ты забыл их лица. Их нужно всех поймать и бросить в тюрьму, пока не поздно. Они очень опасны для общества. И вот ты шли, не морочь голову. Скажи мне, что это такое? Что это за огород? Что это за вода? Что это за слон? И дыра. Пхимасена – это предвестник века Кали. Наступает очень сложное время. Раз появились такие предзнаменования. А огород и забор олицетворяет собственность человека и закон, охраняющий собственность. Век Кали – закон, будет ущемлять собственность человека. Это что? Как такое может быть? Это невозможно. Закон? Да уж защищает должен собственность. Нет, Пхимасена. Век Кали будет ущемлять собственность людей. Ужас какой. А что же с этой емкостью? С водой? Вода олицетворяет жизненную силу, которую человек расходует, распределяет для своих родственников, своих сыновей, дочерей, взращивает, отдает, а обратно не получает век Кали. Родственники не будут заботиться о своих престарелых родителях, дети. Вот что такое век Кали. И вот Юдхиштхира, как ты можешь такое говорить? Это же святое. Как дети не могут заботиться о своих родителях? Ну, это невозможно. Они не смогут, они будут неспособны, не будут слабыми, они будут забывать своих родителей. Особенно в старости, когда все забыли про него. И он говорит, что это же ужасно, что это век Кали. Но этот слон, эта дыра.
икра, этот хвост застрял. Что? Парадокс. Нравственнее этот закон. И большой вор векали будет проходить свободно через свой закон, а маленький вор будет наказан. И вот еще ты что-то плохое говоришь и странное. Не бывает такого. Но как такое может быть, что большой вор не наказан, а маленький вор векали? Потому что все большие люди будут преступниками. И невозможно будет всех их наказать, потому что они тоже необходимы. Наказывать будет только маленький преступник. Больших не будет наказывать. Как Македонский поймал вора и хотел его наказать? Казнить. А тот перед казнью сказал, какая разница между тобой и мной? А что ты имеешь в виду? Ну, ты большой вор, я маленький вор. Ну отпустите его. Он согласился, он сказал, действительно, а в чем разница? Ну никто даже не подумал, что Македонский вор. Может, великий завоеватель? Я калик такой. Оказывается, как завоеватель, могут быть героем и воровать. Пожалуйста. И в чем же виноваты эти люди, спросил Тимасина. Они же пришли предупредить, почему-то набросили всю любовь на 4. Но ты заметил? Они высказали проблему, озвучили, а ответ не выслушали. Они нас не любили сказать. Они верили только, чтобы озвучить проблему. Вот такие люди, они будут распространять векали, расширять. Они будут говорить о проблемах, а лекарства примут, только диагноз будут ставить. Сказать, вот такая проблема, вот такая проблема, вот здесь такая проблема. А решения не будут слушать. Нет, будут отказываться даже. Вот эти люди очень опасны. Они будут говорить только о плохом, и хорошие вещи не будут слушать. Потому что от любой болезни есть лекарства. От любой проблемы есть лекарства. Нужно это выслушать. Это трудно выслушать. Почему? Самомнение. Очень трудно. Для моего самомнения бывает невыносимо. Я могу добиться больших результатов. Кто-то может стать первым священником. А потом придет пророк и скажет, а ты, как гроб, сверху красивый, внутри полный чистот. Ай, как мне будет трудно это слышать. Скажу, нужно распять этого. Это очень трудно принять такое. Я же великий человек. Я же возглавляю тут саму религию, саму конфессию, понимаете? На меня молится как на Бога. А он мне про такие вещи говорит. У меня другое мнение о себе совсем. Но это же факты. Как трудно, трудно слушать наставления. И веда говорит, чтобы избежать этого непонимания, из которого исходят эти стрессы, из непонимания. Я тебя не понимаю, не хочу понять, нужно слушать. Слушать истину. Ну а где же истина? Кто знает истину? Кто мне скажет истину? Истину ты сам скажешь себе, если выслушаешь. Истину тебе твой разум скажет, если ты правильно используешь свои уши. Ксант спросил у Эзопа, что самое отвратительное в мире? Эзоп сказал, язык. Язык отказывает. Язык лжет. Язык, точнее, боль сильнее оружия. Язык разрушает отношения, делает себе врагов пожизненных. Язык может испортить всю мою жизнь, мой собственный язык, мой враг может быть. Сколько сейчас людей страдают из собственного языка? А зачем я это сказал? Не могут управлять языком. Язык сказал, злейший враг. Скажи тогда, а что самое прекрасное в мире? Язык. Язык. Он был раб Ксанфу. Что ты мне за нос говоришь? Я тебе сейчас накажу. Почему? Ты сказал одно, сейчас другое говоришь, об одном и том же. Да, Ксанфу, послушай, язык говорит правду. Язык говорит о любви. Язык пошли стиха. Вот ты прав. Действительно, это же вещь. Может быть, хорошая и плохая. И моя жизнь может быть либо хорошая, либо плохая. Как я ее использую? Я, никто. Это моя жизнь. Как я слушаю? С этого начинается моя отношение. Как я слушаю правду. Пусть она выражается несовершенным языком, говорится. Если это правда, если это золото, человек Эпатит говорит, то даже нечистое место можно достать его. Это не скверняет никого. Даже испражнение золота достать позволяется. Это нормально. И сверхдуша говорит не только из моего сердца. Трудно услышать этот голос.
этим спорами, со своей совестью. Она вот чаще всего говорит через мое воображение, даже через кого-то, через пение птиц, через рассвет солнца. Я же это все ощущаю. Почему это ощущаю? Иногда я это ощущаю вдохновенно, иногда не замечаю этого чувства. Память, знание и забвение. Освящаю грех. И свет мне не мил ни рассвет, ни закат. Я как приговоренный к смерти, что мне не радует. Я как больной желтухой, которого сахар невкусен, горький. И все же говорится, если больной желтухой будет принимать этот сахар горький на вкус, он исцелит его, вкус ему вернется. Он слушает правду. Слушать правду. О себе, о жизни, о Боге, о смысле. Нужно знать правду. Для этого даются веды и другие священные писания. Они как бы три раздела имеют. Как они составлены? Шрути, смрити, яна. Интересно мне. Вы столкнетесь с этим, если будете изучать что-то священное. Это шрути. Шрути означает услышанное. Не придуманное. Услышанное откуда? Пророк Мухаммед. Коран. Откуда это? Услышал. Однажды. Просто услышал. И голос сказал ему, читай. То есть произнеси. Хотя я не умею читать. Просто читаю все. И он заговорил стихами. Полуграмотно. А потом Архангел Гавриил стал приставать перед ним 15 тысяч раз в течение жизни. Вот отсюда Коран пошел. Он слышал, слышал. Он сначала испугался, кто-то ко мне приходит, какое-то наваждение. А может быть это шайтан. Он сказал своей жене, Айше, не Айше, а Хадидже, старшая жена. Знаешь, я то ли болею, то ли с ума схожу, то ли я становлюсь поэтом, я не знаю, что происходит, но я слышу голос и вижу образ. И он говорит со мной настойчиво. И я не могу забыть, что он говорит. Надо проверить, кто это, что это, от Бога или нет. Он сказал, когда в следующий раз увидишь, меня позови, а я разберусь. Женщина отберется. И ночью однажды, когда они спали, супруги, в дверном проеме появился Гавриил снова. Мухаммед толкнул жену. Он здесь. Он здесь. Я не знаю, кто там здесь. Хадиджа проснулся. Где? Покажи. Я не вижу ничего. В дверном проеме. И она сбросила себя одежду. Все. И спросила, он еще здесь? И что он сразу исчез, как только сбросила одежду. Это святой. Это не шайтан. Вот и все очень просто. Либо совесть, либо женщина. Выбирайте. Это я сейчас прямо говорю. Если бы я это вначале тебе сказал, было бы проблема. Женщинам это не понравится. Мы говорим сейчас о материальной природе мужчины и женщины. Женщина для мужчины – дверь в ад, говорится. Жена – дверь в спасение. Это разные вещи. Жена – представитель Бога тоже. Муж – представитель Бога. А вот мужчина и женщина – это животное, биологическая составляющая. Поэтому Вед говорит, я не мужчина, не женщина, не долг меня описывает, не пол. Мать, отец, муж, профессиональный долг. Вот кто я. А я не говорю, что я самец. Или самка. Кто это представляете вообще? С чего это ради? Это же оскорбительно так смотреть друг на друга. Мы не животные, простите меня. Мы люди, мы следуем путем долга, высокого долга. Это долг, значит, долг нас возвышает. Дхарма. Дхарма это долг. Дхарма это путь. Дхарма это природа. Высшая природа разума, карма – это цель, это одно все слово, это свойство, это суть жизни, соль жизни кармы. И человек должен быть связан с кармой, с долгом. Любишь – недостаточно. Узаконь – исполняй долг. Три вещи – любовь, закон и долг. Вот тогда ты человек. Если ты то любишь, то не любишь – животные также. Снюхались – разбежались. Снюхались – ну, так мне старшие раньше говорили – снюхались. Это с детства еще помню. Моя няня, у меня была няня, сказала, они снюхались. Такое слово она использует. Потому что они потом разбегутся, эти люди. Кто снюхался, потом разбегутся. А вот если поженились, другой вопрос. И та же моя тетя, она, я такого счастья никогда не испытывал. Это вот уже самскар в моей жизни, когда я очень любил, это младшая сестра матери. И вот это использовал няня, она жива еще. Я из-за этого приезжал, был праздник дома. Сели, она играла с нами, она нас так любила, это светлые воспоминания. В
вторая мама, младшая, играла на гитаре и такая очень веселая. И мы поехали однажды к ней в гости, в поселок из города. И я был маленький, совсем не понимал, почему мы едем, просто едем к князю, ну и все, и рад. Там была свадьба. А затем я понял, приезжаю с автобуса и няня. Я никогда ее такую не видел. В таком платье. Боже. И она просто как солнце светится, и солнце светит, вот знаете, и она счастье. Я тоже какое счастье, когда я вижу, и она меня обнимает, кружит вот так у меня, кружит просто по всему миру меня прокрутила. Я говорю, а что? Она говорит, я выхожу замуж. И я говорю, я тоже хочу замуж. Меня посмеяли, конечно, но мелкий совсем ничего не понимает, но счастье я понимаю. Ну, раз такое счастье, выйти замуж, я тоже хочу замуж, понятно? Я уже не трагично получилось. Замужество. До сих пор никогда больше замуж не выйдет. Все разрушили все эти иллюзии, потому что там не было брака, тогда уже мы потеряли значение брака. Сейчас еще больше мы теряем, теряем, теряем. Почему? Обижаемся друг на друга. Стресс получаем. А что мы там потом пишем в заявлении о разводе? Не сошлись характерами. Нет, напишите честно, рылом не вышел. До брака не дорос просто еще. Я был инфантильный еще разум ребенок, когда женился на выходе замуж. Я думал, это для моего наслаждения. Потребитель был. И вот я и требовал от этого партнера счастья. А он от меня требовал тоже. Вот мы так другого довели. Это специальная подготовка. Если человеку отрегулировать свою жизнь, он будет самодостаточным. Вот тогда он может уже брак основать. Династию основать. Что-то значительное в жизни оставить после себя. Ценное, важное, память о себе добро оставить. Много чего можно оставить. Сделать люди. Давайте об этом думать сейчас. Мы уже взрослые люди. У нас тоже есть дети. И мы очень заинтересованы в наших детях. Как правильно. Но нужны знания. Если мы правильно отрегулируем свою жизнь в семье, на работе, отдых и йога, говорится так же, пятый элемент добавляется в виде, вы почувствуете себя очень счастливым человеком. Если просто последуете некоторым правильным предписаниям. И вот это говорится в Бхагавад-гите, эти правильные предписания есть, как контролировать чувства, как обуздать ум, куда их правильно направить. И, пожалуйста, будь счастлив. Но трудно, конечно, будет. Слышно, потрясающе.